Замедлите скорость полета и движения Mavic Mini, чтобы получить дополнительный уровень точности и стабильности. Зайдите в интерфейс камеры и переключите режим полета на Cine Smooth. Как только дрон окажется в режиме Cine Smooth, скорость полета и чувствительность управления будут ограничены для получения более быстрого и точного изображения. Ставьте палец вверх, если это руководство оказалось полезным для вас. По любым вопросам, касающимся вашего оборудования DJI, пишите нам на Facebook, ссылка в описании. Спасибо за просмотр.